Йоу-йоу, всем привет, с вами снова Клей, и сегодня мы вместе с вами посмотрим на 60 новых тотемов в Майнкрафте. Именно так, потому что я установил датапак, который добавляет тотем каждого моба из игры. Реально каждого, потому что здесь целых 60 тотемов, как я и сказал. И сегодня мы посмотрим на все эти тотемы, посмотрим, что они делают, что за уникальные эффекты и способности они нам будут давать и добавлять. Поэтому я очень надеюсь, что вам понравится сегодняшний видос и вы поддержите его вашим пальцем вверх, потому что он будет довольно-таки долгий и, надеюсь, мы сможем набрать 5000 лойсов. Тогда я отращу себе усы, почему бы и нет. И, конечно же, перед началом рандомный комментос. У нас сегодня залетает от Фоли, который нам пишет: я сейчас болею, видос Кейна для меня лекарство. Во-первых, Фоли, выздоравливай поскорее, и я рад, что мои видосы тебе хоть как-то помогают и улучшают твое настроение, и надеюсь, что этот видос тоже. Что ж, друзья, давайте приступать. И как вы можете заметить, сегодняшние тотемы у нас разделены на 4 категории. У нас есть пассивные мобы, вы можете видеть все тотемы здесь, у нас есть нейтральные мобы, у нас есть враждебные, и у нас есть боссы. Но прежде я вам хочу сказать одну вещь, потому что сегодняшние тотемы — это не тотемы бессмертия, это тотемы, которые будут давать нам какие-то способности мобов или же способности, связанные с каким-либо мобом. Поэтому сегодня нам не придется умирать, мы будем брать каждый тотем и смотреть, что он делает. В основном они все работают на правую кнопку мыши, и некоторые из способностей — это просто вау. Хотя на самом деле все эти тотемы просто офигенные. Поэтому что ж, начнем мы, наверное, по порядку с пассивных мобов, потом перейдем на нейтральных. У нас есть враждебный и боссы, это прям вообще трэш, угар. Вау. Поэтому что ж, друзья, поехали. Первый моб — это у нас тотем овцы. Итак, чтобы проверить этот тотем, мне придется побрить некоторых овец. Для чего, спросите вы меня? Что ж, давайте я вам покажу, потому что как только вы берете этот тотем и нажимаете на правую кнопку мыши, то у всех овец, которые находятся рядом с вами, снова отрастает шерсть, если они уже были побриты. Таким образом, можно просто фармить шерсть бесконечно. И, ну как бесконечно, я хочу обратить ваше внимание то, что у нас есть шкала, так сказать, прочности. А это означает то, что этот тотем не бесконечен, у него несколько использований, поэтому имейте в виду то, что тотем не бесконечный, он может сломаться, и в принципе, да, друзья, вы можете видеть то, что шкала у меня начинает убавляться. И, кстати, друзья, я вам совсем забыл рассказать самое важное: как же добыть эти тотемы, потому что они здесь никак не крафтятся. Для того, чтобы их добыть, вам просто нужно убивать мобов, которые связаны с каким-либо тотемом, ну или же наоборот, тотемы, которые связаны с каким-либо мобом, и работает это следующим образом: те мобы, которые встречаются очень часто, такие как коровы, зомби и так далее, эти мобы как раз-таки совсем нередки, из них шанс выпадания будет намного ниже, чем у мобов, которые супер редкие, такие как, я не знаю, полярный медведь или там эндер дракон, визор. Из них шанс практически 100% выпадания. Таким образом, все сбалансировано и честно, потому что если здесь много овец, то мне придется их поубивать несколько штук, чтобы в итоге получить такой тотем. И в принципе все, друзья, это все, что вам нужно знать. Поэтому что ж, поехали дальше. Следующий тотем — это у нас тотем свинище, друзья. И для того, чтобы его протестировать, нам понадобится взять одну свинью, нам понадобится взять также одно седло и морковку на палке, друзья. Давайте посмотрим, как это работает. Мы берем одну свинью, ставим на нее седло, ну, ставим, кладем на нее седло, садимся на нее, и теперь, когда мы едем на этой свинье, вы можете видеть то, что скорость у нас очень медленная, как у самой обычной свиньи. Но если мы нажимаем на этот тотем, то скорость увеличивается, друзья. Теперь свинья передвигается со скоростью лошади. Разве это не здорово? Посмотрите, настоящая ламборджини. Теперь они свинья, и вы можете видеть то, что эффект прошел. Он длится буквально, если не ошибаюсь, секунд так 15-10, около того. Нету нигде таймера, чтобы посмотреть. Но да, друзья, это работает следующим образом. Мне кажется, это довольно-таки забавно. Опять же, этот тотем выпадает из свиней, но с маленьким шансом, потому что их много. На, держи, держи, съешь свою морковку. Поэтому, что ж, поехали дальше. Пара-пам-пам-пам. Следующий тотем — это у нас тотем лисы, друзья, с помощью которого мы сможем делать супер атаку, атаку лисы. Мы можем нажать на правую кнопку мыши, подпрыгивать и падать на землю, таким образом наносить урон всем врагам, ну или мобам, которые находятся прямо под нами. Таким образом, вы можете видеть, я могу приземлиться на эту овцу, и на самом деле я убил ее с одного удара. Я даже не знал, что урона так много. Погодите, дайте-ка я заспавню еще одну свинью. Мы подпрыгиваем и наносим, слушайте, реально много урона. Дайте-ка я сделаю следующее. Мы сделаем самон хаск и посмотрим, сколько урона мы нанесем хаску, друзья. Ну, вы можете видеть, с одного удара мы его не смогли убить, но с двух все-таки смогли. Довольно-таки мощная штука, друзья. Блин, прикольная и полезная, поэтому имейте в виду. И, кстати, на всех тотемах написано, что они делают по-английски, но я вам все объясню по традиции. У нас будет ссылочка в описании на скачивание, чтобы вы все скачали и опробовали. Но я вам советую досмотреть до конца этот видос, чтобы понять, как работают все эти тотемы,
тотемы. Окей, не время медлить, потому что впереди у нас еще куча тотемов, и следующий тотем это у нас тотем коровы. Что же он может делать? Давайте я вам покажу, потому что все, что нам нужно, это взять одно пустое ведро. И теперь, когда мы берем тотем коровы, нажимаем на правую кнопку мыши, мы получаем бесплатное молоко. Друзья, халява, боже мой, это реально работает. Таким образом, можно просто фармить молоко, и на самом деле это как бы логично. Ну, тотем коровы, молоко, а что еще за способность может быть у коровы? На самом деле, автор все продумал очень хорошо, поэтому, в принципе, это все, да, вот такое вот молоко мы получаем, халявное, замечательно, просто круто, найс. Идем дальше, потому что следующий тотем, это у нас тотем мухоморной коровы. И здесь у нас что-то похожее, но нам нужна обычная миска. Теперь мы берем этот тотем, нажимаем на правую кнопку мыши и получаем грибной суп. Разве это не здорово? Опять же, халявный, бесплатный, таким образом можно всегда иметь еду под рукой, например, когда вы отправляетесь в ад или еще куда-нибудь. Реально полезно, интересно, круто, здорово, найс. Поэтому что ж, погнали, посмотрим на следующий тотем, который у нас является тотемом лошади. Вот это один из моих самых любимых. Итак, что же делает этот тотем лошади? Ну, в принципе, давайте подумаем, что умеет делать обычная лошадь в Майнкрафте. Она умеет бегать и умеет прыгать. И, в принципе, именно это и добавляет нам этот тотем, потому что мы нажимаем на правую мыши, мы получаем Jump Boost 4, то есть мы высоко прыгаем, и также скорость 4, потому что мы как бы лошадь, теперь мы можем бегать намного быстрее, но длится все это буквально 5 секунд, и, в принципе, мне кажется, это идеально. Если вам нужно быстро куда-то запрыгнуть, убежать, то это идеальный тотем прямо для вас, для того, чтобы это сделать. И вроде бы, да, ровно 4 секунды, но 5, короче, около того. И да, ребята, это в принципе у нас вот такой тотем лошади. Поэтому что ж, погнали дальше, потому что следующий тотем это у нас тотем оцелота. Для того, чтобы его проверить, нам понадобится заспавнить некоторых криперов, потому что вы знаете то, что оцелоты отпугивают криперов. И именно это и делает этот тотем. Мы нажимаем на правую кнопку мыши, и они просто отлетают, друзья. Таким образом, мы их просто отпугиваем. Давайте зайдем, например, в survival. Ну же, кто на меня, и хоп, и просто откинул пацана. А, хочешь подойти? Хоп, нет, не сегодня, чувак. Давай, подходи. А, нет, не сегодня. И да, друзья, именно так они, эти тотемы и работают. Ну-ка, отошел от меня, сказал. И ты тоже отвали, не трогай меня. Поэтому, да, друзья, вот такой тотем оцелота. Довольно-таки забавный, прикольный. Идем дальше. Следующий тотем, это у нас тотем кота. И все, что он делает, он дает нам возможность не получать урон от падения на буквально 1 секунду или 2 секунды. Для этого нам нужно, например, забраться на вот это дерево. Я буду в survival. Теперь мы спрыгиваем, нажимаем в полете на правую кнопку мыши, и вы можете видеть то, что я получаю эффект джамбуста, хотя я не знаю, при чем он здесь, но да, друзья, идеально работает, поэтому найс, спасибо тебе, тотем кота, и поехали дальше, друзья, посмотрим на следующий тотем, это у нас тотем попугая. Конечно же, если не ошибаюсь, все, что он делает, он дает вам возможность вот так вот подпрыгнуть на сколько, на 2-3 блока, мне кажется, на 3 или даже 4 блока. Ну-ка, давайте проверим это, друзья, я поставлю здесь 1, 2, 3, и сможем ли мы запрыгнуть? Слушайте, ребята, даже больше, может быть, 5 или даже 6. Погодите, 6 блоков? Как я так неправильно? Да, ребята, ровно 6 блоков. Офигеть, это реально круто. Таким образом можно совершать вот такие прыжки. Опять же, мне нравится, как были добавлены звуки в этот датапак, потому что реально мы слышим, как попугай махает своими крыльями, и это довольно-таки прикольно, друзья. Окей. Идем дальше, потому что следующий тотем, это у нас тотем волка, который будет отпугивать не криперов, а скелетов, друзья. Поэтому давайте мы заспавним парочку скелетосов прямо здесь. В принципе, он будет работать точно так же, как и тотем оцелота. Мы заспавнили пару скелетов, которые будут гореть, но это не важно, потому что теперь мы нажимаем на этот тотем, и мы слышим лай собаки, лай волка. То есть, да, друзья, есть скелет и нету скелета. В принципе, именно так это и работает, поэтому поехали дальше, друзья мои, потому что следующий тотем, это у нас тотем спрута, друзья. Как он работает? Он прыскает красителем, друзья, в мобов. Таким образом, мы замедляем мобов, и, если я ошибаюсь, мы их также ослепляем. И, в принципе, это все, друзья. То есть мы можем это применить на любого моба или даже на нескольких мобов, которые находятся рядом с нами. По идее, если мы его активируем, то все мобы вокруг получают эти два зачарования, а точнее эти два эффекта. Поэтому, в принципе, полезно, друзья. Если вам нужно быстро кого-нибудь застанить, ослепить, замедлить, то и это специально для вас. Таким образом, вы можете быстро убежать, и это плюс, это лайк, это найс. Поэтому поехали дальше. Следующий тотем, это у нас тотем снежного голема, который, если не ошибаюсь, он кидает снежки на правую кнопку мыши. Снежки. Да, друзья, на сайте было написано то, что это немножко багано. Я это еще не проверял, но походу это реально немножко забагано, друзья, потому что снежки летят откуда-то
Непонятно откуда, друзья, реально немножко забаганный эффект, но в принципе это не такая уж и проблема, я думаю. Но как бы да, снежки не очень хорошо видно, но как бы работают, они летят, вы можете видеть, но откуда-то и снизу, непонятно, но ясно, ну круто, на, держи тотем, надеюсь тебе он понравится. Окей, поехали посмотрим на следующий тотем, который у нас является тотемом жителя. Друзья, если мы его активируем, то мы получаем герой деревни на 10 секунд, и в принципе это все, друзья, довольно-таки полезный эффект, если вы хоть в деревне, и у вас есть этот тотем. И, кстати, ну, в принципе, этот тотем выпадает из жителей, поэтому вам нужно сначала немножко поубивать жителей, что не очень-то и хорошо, для того, чтобы получить этот тотем, чтобы перейти в другую деревню и включить себе героя деревни. Это немножко странновато звучит, но да ладно, друзья, что ж, следующий тотем — это у нас тотем странствующего торговца. О май гад, и все, что он делает, вы нажимаете на правую кнопку мыши и спавните торговца, который появляется прямо перед вами. Но обратите внимание, насколько мало прочности у этого тотема, вы буквально можете использовать его, если не ошибаюсь, 5 раз. 1, 2, 3, 4 и 5. И он сломался, друзья. Но таким образом вы получаете торговца. В принципе, 5 штук, это уже много. Погодите, 6 я даже заспавнил. 6 штук, друзья, 6 использований. Поэтому, да, друзья, и дальше уже торгуйтесь с этими подсыками. И, в принципе, да, поэтому поехали дальше. Следующий тотем — это у нас тотем летучей мыши. Здесь написано, вы можете видеть, то, что я могу висеть на потолке. Я честно не проверял, я еще не проверял вот этот тотем. Давайте посмотрим, как это висеть на потолке. Да, давайте подойдем к этому дереву и, я не знаю, нажмем на правую кнопку мыши. Hello. Hello, как это работает? Тотем летучей мыши, погодите, может быть, мне нужно... Так, ребят, ну что я могу сказать? Я не понимаю, как работает этот тотем. Я сейчас в креативе, поэтому я вишу в воздухе, но как только... Нажимаю 2 раза на пробел, я как бы падаю. На правую кнопку мыши ничего не работает. В левую руку я тоже пробовал. К сожалению, я не понимаю, как висеть на потолке, друзья. Как это работает, поэтому... Ладно, давайте сделаем день. И, в принципе, я думаю, мы оставим. Возможно, потом я соображу и пойму, как работает этот тотем. Но, по ходу, пока что придется идти дальше. Потому что следующий тотем — это у нас тотем курицы. О май гад, друзья. Потому что теперь, когда мы его активируем, мы получаем замедленное падение ровно на 3 секунды. И, в принципе, опять же, полезно, если... вы откуда-то спускаетесь или падаете, то быстренько включаете замедленное падение, замедленное спускание, и таким образом вы просто выживаете, не умираете от падения, довольно-таки круто. Единственная способность, которая есть у курицы, поэтому да, друзья, но повторяюсь, мы все еще смотрим на самых обычных нейтральных, точнее пассивных мобов, дальше будет намного интереснее, поэтому что ж, поехали дальше. И здесь у нас тотем страйдера, друзья, который написано то, что дает нам резистанс, то есть защиту на, защиту от огня на 10 секунд, точно, друзья, точно. То есть защита от огня, ну, в принципе, это логично, потому что что любит делать страйдер? Стоять в лаве и просто чилить. Поэтому, да, ребята, теперь мы можем спокойно отправиться в ад, если у нас есть этот тотем. И это довольно-таки прикольная штука, поэтому, окей, поехали дальше. Итак, что ж, следующий тотем — это у нас тотем черепахи. И здесь написано то, что он нам дает эффект черепахи-мастера. Что такое эффект черепахи-мастера? Это следующее. Мы получаем замедление и защиту. То есть, таким образом, мы супер защищены, но одновременно мы двигаемся очень медленно. Но, мне кажется, с замедлением здесь переборщили. Мы слишком медленно двигаемся. Мне кажется, даже черепахи в Майнкрафте побыстрее двигаются, чем вот это, но... Окей, что я могу сказать? Вроде бы работает, поэтому, да, друзья, если вам нужна экстренная защита, то используйте. Поэтому, что ж, поехали дальше, потому что следующий тотем — это у нас тотем от песика, друзья, и работает он следующим образом. Как только у вас рядом есть прирученные собаки, давайте мы это сделаем прямо здесь, прямо сейчас. Если мы возьмем одного песика, возьмем одну кость, то, если не ошибаюсь, он дает какие-то эффекты. Давайте посмотрим. Он дает эффекты всем, ага, всем собакам, которые находятся рядом с вами. Давайте приручим одного. Ой! Сорян, я не... Извини. Фу. Что ж, давайте теперь применим этот тотем, и вы можете видеть то, что он дает какой-то эффект красной частицы, что означает, друзья, я честно не знаю. Это сила? Нет, я забыл. Ребят, напишите в комментариях, что такое красная частица, но вы можете видеть то, что, мне кажется, он лечит этого песика или дает регенерацию, возможно. Мне кажется, это регенерация, друзья. Или что-то типа этого. Поэтому, да, друзья, работает именно таким образом, поэтому nice, класс, здорово, круто, сорян, что избил песика в начале, я случайно, друзья, извиняюсь, поэтому последний тотем из пассивных мобов — это у нас тотем рыбы. Вау, что же может быть такого полезного у рыбы? Конечно же, дыхание под водой. Мы нажимаем на правую кнопку мыши, получаем water breathing, друзья, таким образом можем спокойно плавать под водой, веселиться, чилить, но только на 10 секунд, потом вам придется продлевать ваш эффект, и в принципе, да. Поэтому что ж, мы посмотрели на всех пассивных мобов, и теперь переходим к нейтральным мобам. Давайте я зачищу весь мой инвентарь и поехали, друзья, потому что первый тотем — это у нас тотем панды, друзья. И здесь написано «чихни, чтобы получить слайм», то есть...
То есть как? Я, опять же, не проверял этот тотем. Правда, только мыши. Мы чихаем и получаем слаймовый шар. Да, ребята, именно так это и работает. В принципе, как и панды, поэтому, блин, довольно-таки прикольный, милый тотем. И, в принципе, это все, да, можно чихать и получать халявные слаймболы. Потому что вы знаете, насколько сложно иногда найти слаймболу в обычном мире, в обычном выживании. Поэтому, да, довольно-таки полезный тотем. Но, опять же, вам придется убить панд, друзья. Как можно убивать панд? Ну да ладно, идем дальше, потому что следующий тотем, это у нас тотем полярного медведя. Здесь написано то, что пока мы находимся в воде, мы можем поймать рыбу. Сейчас мы посмотрим, как это работает. Давайте посмотрим, потому что я не проверял. Я сначала подумал, когда читал об этом тотеме, то, что мы теперь можем рыбачить с большим шансом. Погодите. А, так мы просто находимся в воде, нажимаем на правую кнопку мыши и получаем халявную рыбу. Ах, вот как это работает, йоу. Это реально круто, друзья, это реально круто. Таким образом, не нужно рыбачить этой удочкой, стоять и ждать, пока там клюнет и так далее. Вы просто заплываете в воду, нажимаете на тотем полярного медведя и получаете халявную рыбу. В принципе, логично и очень круто. Блин, слушайте, это гигантский лайк этому тотему. Поэтому идем дальше. Следующий тотем — это у нас тотем лава. Конечно же, что у нас умеет делать лава? Лава, лама, лава, лама. Она умеет плеваться, друзья. Нажимаем на правую кнопку мыши и плюемся в моба. Если честно, я не знаю, что надо. Дает вроде бы дает какое-то отравление или... Погодите, что за эффект она дает? Вроде бы... Здесь не написано? А, тошноту дает. Окей, причем здесь тошнота и плевок, я не знаю, но... Ну да, друзья, работает именно таким образом. Можете плеваться в различных мобов. Довольно-таки забавно, дайте-ка сделать звук чуть-чуть потише. И... Да, друзья, вот такой тотем выпадает из ламы. Забавно, замечательно. Окей, поехали дальше, потому что следующий тотем — это, друзья, у нас тотем железного голема. О май гад. И делает он следующее. Вы подходите к мобу, нажимаете на правую кнопку мыши, а точнее, не даже на моба, а просто рядом с мобом, потому что все мобы вокруг вас будут подлетать. Вот таким образом. Ну, в принципе, как и та самая атака железного голема, которая подкидывает всех мобов. Работает это именно таким образом. Давайте мы, например, возьмем несколько свиней. Я вам хочу показать то, что это работает на всех мобов, которые стоят рядом. Мы делаем следующее, нажимаем на тотем и... Минус, нет, вот теперь минус свинья и... Изи, друзья, изи. В принципе, да, друзья, если не ошибаюсь, это все, что он делает. Поэтому, найс, круто, замечательно. Давайте, опять же, уберем все эти тотемы. Итак, следующий тотем — это у нас тотем пчелы. И если я правильно понял, я, опять же, его еще не проверял, то мы сможем ускорять рост всякого пшена и так далее, все, что мы посадим. Поэтому давайте-ка мы это быстренько проверим. Мы, например, посадим вот здесь пшено. Давайте возьмем какие-нибудь семена, например, вот эти пшена. Посадим пшено, и, по идее, если мы нажимаем на правую кнопку мыши, то таким образом это работает, в принципе, как костная мука, только чуть медленнее, наверное, но... Да, друзья, таким образом мы просто наносим пыльцу на любые растения, и они растут быстрее. В принципе, да, да, друзья, именно так это и работает, поэтому спасибо тебе, Чила, за твой тотем, а мы идем... Дальше, друзья, следующий тотем — это у нас тотем пиглина. Здесь написано то, что мы сможем обнаружить всех мобов, которые находятся рядом и не носят золотую броню. Мы нажимаем на правую кнопку мыши, и вы можете видеть то, что все мобы, которые находятся рядом с нами, они подсвечиваются. Только если они не носят золотую броню. То есть почти что все мобы в Майнкрафте. Кто здесь будет носить золотую броню? Ну вот представьте, корова такая с золотым шлемом выходит и такая: ну все, ты меня не найдешь с помощью этого тотема. А, нет, найдем, друзья. В принципе, да, и вы можете видеть то, что, опять же, не супер прочный тотем. Я его использовал буквально 4 раза, посмотрите, сколько уже прочности прошло. Поэтому, да, друзья, вот этот тем у нас пиглена, и в принципе, поехали дальше, друзья, потому что следующий, если не ошибаюсь, это у нас брутальный пиглин. И, да, друзья, нет, погодите, это у нас зомби пиглин, то есть у нас есть пиглин, зомби пиглин и эндермен. Погодите, а где у нас брутальный пиглин? А, брутальный пиглин у нас, если не ошибаюсь, во врожденных мобов. Вот он здесь, окей, я немножко перепутал, но идем дальше, потому что зомби пиглин, он дает нам возможность стать злым, и мы получаем скорость и силу на несколько секунд, прямо как и сам злой пиглин. Когда мы их атакуем, они злятся на нас и начинают нас фигачить. Но, да, друзья, именно так это работает. Таким образом мы можем надавать по лицу, например, этого торговца, но, в принципе, сила — это просто первый уровень силы, то есть не супер мощный, но это работает, друзья, поэтому yes, 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 поехали дальше. Следующий тотем — это у нас тотем эндермема. Конечно же, и, ну, тут логично. Что же он будет делать? Конечно, телепортировать нас максимум на 15 блоков вперед. То есть тупо вперед, куда мы смотрим, вот таким образом он нас телепортирует, и да, то есть это не работает так, что мы посмотрим вот именно туда, и он именно туда нас телепортирует. Нет, ровно на 15 блоков вперед, и мы оставляем после себя вот такие частицы эндермема. Поэтому, что ж, поехали дальше. Следующий тотем — это у нас тотем паука. И мы можем, как здесь и написано,
соответственно, стрелять паутину. Мы нажимаем на правую кнопку мыши, и таким образом мы запускаем паутину, можем замуровывать мобов. Нет, тебя я не хочу замуровывать, ты мой маленький песик, назовем его мистер Клопсус, почему бы и нет. И вот таким образом вы можете кидать паутину, замуровывать мобов в паутину, и в принципе, да, что могу сказать, вот так он работает, поэтому nice, круто, замечательно, просто класс. Идем дальше, потому что следующий, это у нас, если не ошибаюсь, да, это у нас пещерный паук, и он добавляет отравление только... нет, он не добавляет отравление, наоборот, он убирает эффект отравления. То есть, если я себе нанесу эффект Give Caneus Poison 1, то на одну секунду... Окей, вы поняли, я себе дал на одну секунду, но, короче, вы поняли, как это работает. Вы просто нажимаете на кнопку мыши и убираете с себя эффект отравления. В принципе, тут, я думаю, все понятно, не нужно вам это показывать. Вы все умные, вы все молодцы, вы все понимаете. Идем дальше, следующий. Тотем, это у нас тотем Дельфина. И мы получаем Дельфинью Грацию на несколько секунд. Если мы находимся в воде, то мы нажимаем на кнопку мыши, и таким образом мы можем плыть супер быстро. Если не ошибаюсь, это работает сколько? 8 секунд? Давайте посмотрим еще раз. 10 секунд, ровно 10 секунд. Мы можем быстро плавать, но опять же мы можем это каждый раз нажимать и таким образом плыть и плыть и плыть далеко. Но опять же, у тотема не супер много прочности, он довольно-таки слабый, он ломается быстро, поэтому имейте это в виду и используйте этот тотем с умом. Что ж, последний тотем на сегодня у нас в нейтральных мобах, и это у нас тотем Пафферфиш, Иглобрюха. Давайте посмотрим, что он делает, потому что я опять же не помню. А, окей, он отравляет всех мобов, которые находятся рядом, точно-точно. Опять же, давайте подойдем вот сюда, нажмем на кнопку мыши, и все мобы, которые находятся рядом с нами, получают отравление на несколько секунд. Если не ошибаюсь, это буквально 3 секунды или 4, да? Или 5, около того. То есть, да, друзья, что ж, мы посмотрели наконец-то на всех нейтральных и пассивных мобов. Итак, что ж, поехали, первый тотем. Это у нас тотем ведьмы, друзья. И с помощью этого тотема мы сможем кидать различные зелья, которые, в принципе, и кидает сама ведьма. Давайте мы заспаним здесь еще некоторых свиней. Вот таким образом, а лучше, наверное, хасков, но да ладно. То есть, мы можем кинуть зелье и получаем какой-то рандомный. Я его прям на себя кинул, мы можем получить либо отравление, либо instant damage, то есть мгновенный урон. Также, если не ошибаюсь, замедление и слабость. Вроде бы это все зелья, которые может кидать ведьма. Поэтому, да, друзья, погодите, дайте-ка я все-таки возьму хасков, потому что сейчас мы будем проверять вещи, которые нужно тестировать на мобов, потому что они почти что все наносят урон, так как это враждебные мобы, друзья. Поэтому, окей, следующий тотем — это у нас тотем пилажера. И как раз-таки для этого нам понадобится заспавнить, давайте посмотрим, брутального пиглина, у которого должно быть какое-то оружие в руке. Вообще, любой моб, который носит на себе какое-то оружие, то мы теперь берем этот тотем пилджера, нажимаем на правую кнопку мыши, и по идее он что, не работает? Здесь написано то, что все мобы, которые находятся рядом, они просто будут бросать свое оружие, которое... Стоп, что? Стоп, как? О, теперь работает, окей. То есть вы могли видеть... ну-ка верни. То есть вот таким образом с помощью этого тотема мы можем забирать оружие у мобов, которое они держат. В принципе, работает это на всех мобах. Кроме почему-то брутального пиглина у нас не получилось это забрать. Наконец-то, боже мой, все, мое теперь я сказал. Поэтому, да, друзья, именно так работает тотем пилажера. Опять же, все эти тотемы не очень прочные. Вы можете видеть, я несколько раз его использовал, и уже прочность довольно-таки сильно упала. Поэтому, окей, погнали дальше. Следующий тотем — это у нас тотем эвокера, то есть призывателя. И с помощью этого тотема мы сможем, конечно же, вызывать его челюсти. Разве это не здорово? Стоп, ты можешь остановиться на секунду? Алло, найс, наконец-то. Но это еще не все, потому что если мы зажмем shift и нажмем на правую кнопку мыши, то мы вызываем целое кольцо этих челюстей вокруг себя. Блин, разве это не здорово? Только почему-то, наконец-то, я его убил, боже мой, как сложно по ним попасть. Но, в принципе, да, друзья, работает это именно таким образом, и мне кажется, это просто офигенно. Что ж, поехали дальше, потому что следующий тотем — это у нас тотем ревиджера, если не ошибаюсь. И я честно не помню, запусти всех мобов в полет, которые находятся рядом. То есть мы каким-то образом будем отталкивать мобов. Я опять же его не проверял, вот именно этот, я не помню, что он делает. Или я проверял, но давайте посмотрим. Ну окей, мы нажимаем на правую кнопку мыши, и просто все мобы отлетают. Окей, я понял. Если мы стоим ниже моба, то он взлетит в воздух. Конечно же, он взлетит в воздух. Друзья, окей, я понял, как это работает. То есть, если вы стоите под мобом, вот таким образом, то вы можете просто запустить его в воздух. И да, работает. Погодите, а что если на два блока вниз спуститься? О май гад. Замечательно, окей, значит, это один из моих самых любимых тотемов теперь. Найс, да, это тотем ревиджера. Опять же, вы можете видеть, он почти сломался, друзья. Очень непрочный, но давайте опять же все это зачистим. Хасков убрал, друзья, давайте возьмем и еще яйца спавнера. Поэтому посмотрим, следующий тотем — это у нас тотем Аблейза. Ну, тут логично, друзья, мы будем кидаться огненными зарядами по 3 штуки за один выстрел. Таким образом мы сможем наносить урон огнем, друзья, огненными зарядами. Прямо как и Блейз, который тоже запускает по 3 заряда каждый раз.
Ох, как же я ненавижу этих блейзов после всех моих спидранов, друзья. Дайте мне мои блейзовые стержни, отстаньте от меня, но... Окей, хорошо, да, вот такой тотем Блейза, идем дальше. Следующий тотем — это у нас как раз-таки тотем брутального пиглина. Ну и делает этот тотем следующее. Здесь написано то, что мы будем получать буст к урону, но только если мы не носим броню. Поэтому смотрите, если нажимаем на броню мыши, мы получаем урон 4. Но если я надену на себя броню, то это на нас не сработает. В принципе, это все, друзья, давайте посмотрим, насколько сильный урон я себе активирую этот эффект. И 2 удара, друзья, 2 удара рукой, разве это не здорово? Поэтому, опять же, придется сделать день. Друзья, если что, у меня сегодня не работает команда game rule do weather cycle false. Она не работает, смотрите, солнце продолжает крутиться и идти вперед. Я не знаю, почему у меня не работает эта команда, но да ладно, неважно. Что ж, следующий тотем — это у нас тотем эндермита, который, если не ошибаюсь, он телепортирует всех эндерменов куда подальше от нас, поэтому давайте мы это проверим. Да, что ж сегодня происходит, друзья? Дайте мне взять эндермема, пожалуйста, эндермема. Спавним здесь, нажимаем на правую мыши, и он просто исчезает не так уж и далеко, на самом деле, но да, друзья, работает это именно таким образом. Если на вас загрелись эндерменом, мне кажется, этот тотем прямо для вас, потому что таким образом он просто отпугивает куда подальше, и, в принципе, да, ребята, что ж, замечательно, просто круто, найс, класс, идем дальше, потому что вот следующий тотем я хотел посмотреть вместе с вами, а я о нем прочитал, но я его не тестил, потому что здесь написано то, что мы сможем спрятаться в блоке, прямо как и чешуйница, и можем выпрыгнуть из этого блока. Как это работает, давайте посмотрим, я могу спрятаться в этом блоке? Нет, написано то, что нам нужно именно в зараженном блоке чешуйница или в любом камне. Блин, друзья, слушайте, не во всех блоках мы сможем тогда спрятаться, нам нужно найти именно... А ты что здесь делаешь, поц? Нам нужно найти именно тот блок, который заражен чешуйницей, но это будет не так уж и легко. Окей, погодите секунду. Окей, для того, чтобы это протестировать, погнали-ка мы, знаете куда? В крепость, и обычно там часто встречаются чешуйницы в блоках, потому что нам нужно найти именно зараженный блок. Это довольно-таки сложно, друзья, то есть любой блок может быть зараженным, поэтому давайте-ка мы спустимся. Стоп, погодите, где? Алло? Где мы? Где крепость? Где стронг... Вы что, издеваетесь? О, нет. Так, одну секунду, друзья, мы ходим в спектейтер. Конечно же, я мимо прошел. Давайте попробуем где-то здесь это сделать. По идее, в каком-то из этих блоков... Я не знаю, их же никак не определить, да? По виду они просто выглядят как обычный камень. Но... Я кликаю, но ни один блок пока что не работает. Каким образом... Каким образом я должен залезть в блок, друзья? Как работает этот тотем? Я очень хотел на него посмотреть, потому что по описанию звучит просто очень круто. Но ни в один блок я не могу залезть почему-то. Может быть, мне нужно находиться в сурвайвале? Я даже не знаю, друзья, но... Мне кажется, и сурвайвал тоже ни на что не влияет. Нужно... Воу-воу-воу, парень. Спокойно. Ребят, я... Вот смотрите, вот здесь была чешуйница. Только... Я, ребят, не знаю. Честно, не знаю, как он работает. Я реально пробую, но... Что-то как-то это не работает, к сожалению. Поэтому, ладненько, давайте, наверное, мы вернемся и продолжим смотреть на остальные тотемы. Во, погодите, одну секунду. Вот, мы нашли портал. И здесь я тоже не могу никуда залезть, ни в какой блок. Окей. Идем дальше. Окей, что ж, поехали дальше, потому что следующий тотем — это у нас тотем скелетона. И, в принципе, тут логично, что он делает. Мы стреляем стрелами на правую кнопку мыши, и, в принципе, именно так это и работает. Опять же, наносит они урон, все работает, все хорошо. Блин, мне так стало грустно из-за того, что мы не смогли посмотреть на чешуйницу нормально. Ребят, если вы вдруг знаете, как это работает, если вы уже когда-то играли с этим датапаком, или же вы его скачали после моего обзора и протестировали и поняли, напишите в комментариях, потому что мне очень интересно узнать, как он все-таки работал. Но, да ладно, что ж, это у нас тотем скелета, в принципе, все понятно, логично, замечательно. Идем дальше. Следующий тотем — это у нас тотем визора скелета, который, если я не ошибаюсь, он будет убирать эффект визора, то есть иссушение. Поэтому давайте мы себе нанесем визор на, например, 111 секунд. Мы видим, да, у меня появилось иссушение. Теперь я нажимаю на правую кнопку мыши, и эффект убрался. Окей, это работает, мы проверили, замечательно, класс, круто. Поехали дальше, потому что дальше еще интереснее. Следующий тотем — это у нас тотем стрея этого, как его... Я всегда забываю, как его по-русски называют. Какой-то там рок. Зима-рок. Что-то такое. Короче, окей. Что он делает? Он, опять же, стреляет стрелами, но для того, чтобы это делать, вам нужно взять его в левую руку и... Погодите, по идее написано то, что он будет стрелять стрелами с замедлением. Но... Там было что-то написано про левую руку на сайте. Но... Ха... Как это работает? Погодите, я что-то не понял опять. Опять что-то не работает. Как? Хеллоу? Алло? Да. Очередной тотем, который почему-то у меня не работает. Я не знаю, что делать.
Погодите, может быть, надо бить на левую кнопку мыши? Нет? Нет, друзья, к сожалению, не работает. По идее, он должен стрелять стрелами, но с замедлением. И также нам его нужно класть в левую руку. По идее, также будет что-то написано, что он автоматически как-то начинает стрелять. Но, может быть, мне нужно зайти в survival, я даже не знаю. Нет? Нет, друзья? Нет, не работает, к сожалению. Я опять же не понял, к сожалению. Ну ладно, ничего страшного. Поехали дальше, потому что дальше у нас есть тотем зомби. Что же у нас умеет делать зомби? Давайте подумаем. Правильно. Конечно же, ломать двери, потому что как раз у меня здесь есть одна дверь. Давайте посмотрим, мы активируем этот тотем, и все двери вокруг нас ломаются. То есть, если много дверей вокруг, мы просто нажимаем на правую кнопку мыши, и они просто все испаряются. Тебе нравится... Как его назвал? Я забыл, как я назвал своего песика, но да ладно, это у нас был тотем зомбика. Следующий тотем — это у нас тотем утопленника, который кидает трезубец, друзья. Yes, именно так, таким образом можно спамить трезубцам и... погодите, я могу их... нет, я их не получаю себе в инвентарь, но да, друзья, в принципе, именно так это работает. Я обожаю трезубцы, как они летят, их анимацию, вообще их звуки, вообще все обожаю насчет трезубцев, поэтому... да, друзья, вот такой тотем. Итак, что у нас дальше? Тотем досаждать. О, это одно из моих самых любимых, друзья, потому что смотрите, что он делает. Вы нажимаете на правую кнопку мыши, и вы на 3 секунды попадаете в спектатор мод, то есть в мод наблюдателя, и вы можете пролетать сквозь стены. Разве это не здорово? То есть смотрите, я нахожусь, например, в survival, я нажимаю на правую кнопку мыши, и просто могу пролетать сквозь стены. Только будьте аккуратны, не оставайтесь в стене, потому что вы просто можете умереть. Давайте проверим. То есть если я остался вот здесь, что произойдет? Я просто задохнусь, да? Да, да, друзья, будьте осторожны, будьте начеку, потому что вы можете себя просто замуровать где-нибудь в земле, в стене и так далее. Но, блин, тотем очень прикольный. Опять же, не супер много прочности, но мне кажется, это реально очень прикольный эффект. Поэтому что ж, досаждатель, круто, идем дальше. О, крипер, конечно же, куда же мы без крипера? Потому что с помощью этого тотема мы сможем взрываться. Но мы не будем наносить урон ни себе, ни миру, но зато мы будем наносить урон всем мобам, которые находятся рядом с нами, друзья. Таким образом, мы подходим к этим пацанам и просто взрываемся. И вы можете видеть, что если я зайду в survival, то я реально не получаю урона. Вроде бы получаю урон от падения, да, это единственное, но урон от взрыва я не получаю, поэтому класс, здорово, замечательно, давайте сделаем time set day и поехали дальше, друзья, потому что следующий тотем, это у нас что? Это у нас, тотем Хоглина и тотем Зоглина, вроде бы они чем-то похожи. Да, они тут написано одинаковое описание, поэтому, по идее, вроде бы Зоглин бросает моба еще выше. Но, да, он именно это делает. Вы подходите к мобу, нажимаете на правую мышь и запускаете его в воздух, друзья. А если не ошибаюсь, то Зоглин запускает еще выше. Или же нет, друзья, ну-ка. Да, вроде бы так же, мне кажется. Вроде бы... Нет, мне кажется, все-таки Зоглин чуть-чуть повыше. Но, в принципе, да, друзья, вы поняли, как это работает. Зоглин, Хоглин, Моглин, понятно, друзья. Окей, мы это пока что все убираем отсюда. И что у нас дальше? Тотем слайма, друзья. А вот это я даже забыл про слайма, что он делает. Давайте почитаем. Здесь написано то, что мы сможем себя подбросить вверх. Окей, это похоже на то, что мы уже видели с другим тотемом, который нас подбрасывал вверх. Это был тотем попугая, если не ошибаюсь. Но, да, друзья, таким образом мы тоже прыгаем на 6 блоков в высоту. Или даже на 7, чуть выше, чем попугай. Или, погодите, сколько у нас здесь блоков? Здесь у нас вообще-то 5. Погодите, что-то я попутал. Может быть, раз, два. Так, теперь здесь 7 блоков. Давайте посмотрим. Почти 7 блоков, почти, но вот видите, чуть-чуть не долетает. То есть 6 блоков с половиной, можно сказать. Да, друзья, вот какой-то тотем слайм, замечательно. И погнали дальше. Ну, как ты меня бесишь, уйди отсюда, не рычи мне тут в ухо. Следующий тотем — это у нас тотем магмового куба, друзья. И если не ошибаюсь, то на правую кнопку мыши мы тоже подпрыгиваем. И при приземлении мы спавним огонь, в принципе. Да, друзья, давайте-ка мы сожжем этого пацана. Ну-ка иди сюда. Чпокс. Довольно-таки высоко мы, кстати, прыгаем. Опять же, вроде бы на 6 блоков в высоту. Есть, друзья, на самом деле очень круто. Но, да, друзья, будьте начеку, потому что туда, куда вы приземлитесь, там вы заспавните огонь. Поэтому лучше не прыгайте у себя дома, который сделан из дерева. Поэтому, окей, идем дальше. Так, следующий тотем — это у нас тотем Гвардиана и древнего старого Гвардиана. То есть, в принципе, это делает следующее. Мы сможем стрелять лазером, прямо как и сами Гвардианы. Но мы не будем добавлять никакого эффекта усталости. Мы просто наносим урон лазером. И, если не ошибаюсь, то старший Гвардиан наносит еще больше урона. В принципе, да, это работает таким образом. На самом деле, я ненавижу стражей в Майнкрафте. Это один из моих самых нелюбимых мобов после, наверное, чешуйницы. Как же они меня бесят, потому что плывешь себе такой, плывешь, и такой хоп, и получаешь просто чертову усталость на 30 миллионов секунд, минут, и, блин, это не круто. Но, окей, не знаю, напишите в комментариях, какой моб вас бесит больше всего, чешуйница или Гвардиан? Посмотрим. Но, да, друзья, именно так они работают, поэтому найс, круто, замечательно. Ребят, мы подходим к концу, друзья, осталось немного. Ура, 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 если вы все еще не поставили лайк,
Что вы творите, друзья? Поддержите этот видос лайком. Таким образом, я вам покажу еще больше датапаков и модов в ближайшее время. Поэтому что ж, поехали, друзья. Следующий тотем — это тотем Шулькера. Что же он делает? На 7 секунд мы получаем левитацию 2. Взлетаем, залетаем куда хотим. И останавливаемся после времени, которое прошло. Изи. В принципе, понятно, как он работает. Шулькеры, шалькеры, шушулькеры. Окей, следующий тотем — это у нас тотем Хаска, друзья, который убирает, если не ошибаюсь, эффект голода. Давайте мы себе дадим эффект хангер на столько-то секунд. Вы можете видеть, у меня голод. И мы нажимаем на этот тотем, и он убирает тотем. И мы опять же слышим звук зомби этого Хаска. Черт возьми, я только его убил, чтобы не слышать эти звуки. И теперь я его слышу с помощью этого тотема. Окей, в принципе, понятно, как это работает. Идем дальше. Следующий тотем — это у нас тотем Гаста. О май гад, что же может делать тотем Гаста? В принципе, все логично. На правую мыши мы запускаем заряд Гаста, который наносит урон плюс разрушает мир. То есть будьте начеку. Ну-ка, иди сюда. Изи. Ну, слушайте, урона не супер много, но да, друзья, вы поняли, как это работает. Да, тотем Гаста, в принципе, все логично, все понятно. Гоу, гоу, гоу. Дальше, друзья, следующий тотем и последний тотем из враждебных мобов — это у нас тотем Фантома. Мы кликаем на правую мыши и... Ночь, друзья. Точнее, полночь. Да, именно так это и работает. А теперь можно мне, пожалуйста, вернуть время обратно? Спасибо тебе. Фух, друзья, я уже устал говорить, но это еще не все, потому что у нас остались боссы. Итак, что ж, друзья, тотем Визера. И здесь написано то, что этот тотем убирает все негативные эффекты с нас, и также он отталкивает стрелы каким-то образом. Я опять же его не тестил, давайте мы это проверим. Во-первых, я себе сделаю голод, чтобы проверить эффекты. И также мы заспавним пару, наверное, скелетов. Давайте посмотрим, как это будет работать. Сумон, скелетон, и заспавним парочку штук, пусть они горят. Но теперь мы выходим в survival. И по идее что? Мы нажимаем на правую мышь, мы убираем с себя эффекты и... погодите, почему они уходят? Стоп. Алло? Как это работает? Какие стрелы? Я умираю. Погодите, здесь написано Nearby Arrows. Убирает все стрелы. Или какие стрелы? Стрелы, которые на мне? Нет, стрелы, которые во мне, не убираются. Я, честно, не понял, что значит убирать стрелы, которые находятся рядом. Думай, Кейн, думай. Не додумал, друзья, честно, не знаю. Так было написано на сайте. Но эффект он, конечно, все убирает, это понятно. Но, слушайте, не знаю. Но самое интересное то, что так как это тотем Визера, он супер прочный. Потому что, ну, Визера, в принципе, не каждые 5 минут убиваешь, то есть он довольно-таки редкий. Вы можете видеть то, что я нажимаю, и прочность вообще не убавляется. Это, в принципе, логично и круто, поэтому просто здорово. Что же идет дальше? Следующий тотем — это у нас, если не ошибаюсь, тотем дракона. Конечно же, здесь написано то, что уничтожает все блоки вокруг тебя. И на самом деле довольно-таки много блоков. Давайте мы дойдем вот сюда, нажмем на правую кнопку, и происходит следующее, друзья. Да, это довольно-таки мощный тотем. И можно его использовать, чтобы копать супершахты. Можно сделать раз, два, три, четыре. И, кстати, он уничтожает даже бедрок, друзья. Имейте это в виду. То есть вы можете добраться до бедрока спокойно. И вы можете видеть, я полностью сломал уже тотем. Последние два использования. И... Но зато смотрите, какую шахту я себе пробурил. Разве это не здорово? И самое интересное, что вы получаете все блоки. То есть они не уничтожаются, они падают на землю. Поэтому, да, друзья, вот такой тотем дракона. И мы переходим к последнему тотему. Это у нас тотем иллюзионера или этого... иллюзора, или как его называют, короче, вы поняли. И его вы не получите в обычном мире, его можно получить только из креатива, ну или с помощью команды, это логично. И вы нажимаете на правую мышь, вы получаете невидимость на 10 секунд. Вроде бы это все, да? Вроде бы это все, что добавляет нам этот тотем. Ребята, что я хочу вам сказать. Я невидимый Кейн, теперь я видимый. И надеюсь, вы досмотрели до конца этот видос. Ребят, давайте я опять же придумаю кодовое слово в конце видоса. Для тех, кто досмотрел до конца, напишите в комментариях, я увижу тех крутых подсыков и девчонок, которые досмотрели до конца. Кодовое слово будет... пусть будет деревянная шапка. Да, ребята, это не кодовое слово, кодовая фраза. Для тех, кто досмотрел до конца, напишите комментарий, я посмотрю, кто у нас крутой досмотрел до конца. Ребят, ну, я очень надеюсь, что вам понравился сегодняшний обзор. Я, на самом деле, реально доволен. Обзор получился офигенный. Сам датапак просто офигенный, опять же. Повторюсь, ссылочка в описании. Скачивайте, устанавливайте он на версию 1.16+, на любую версию 1.16. Поэтому устанавливайте, играйте. Я вам показал, как работают все эти тотемы. Все, что нужно делать, это убивать мобов и получать из них халявные тотемы, использовать их прямо как я вам и показал в этом обзоре. Что ж, ребята, не забывайте ставить лойс. Надеюсь, мы реально наберем 5000, было бы здорово и так далее и тому подобное. Обязательно подписывайтесь на канал, если вы все еще этого не сделали. Жмите на колокольцы, чтобы не пропустить новые видосы,
который выходит здесь каждый божий день. Мы делаем обзоры на всякую дичь и также играем в карты от подписчиков, что может быть круче всего этого. Ну а с вами был тот самый Мистер Клей. Всем пока.